В эфире новости общественного телевидения Наукограда, в студии Антонина Лемкова. Евгений Плохотин. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Новая вакцина. Изобретение ученых Наукограда ждет вся Россия. Грабеж по предварительному сговору. Массовое сокращение работников в Бийске. Реальность или слухи? И об этом прямо сейчас. Начнем выпуск с самой обсуждаемой темы. На ведущем оборонном предприятии Наукограда грядет массовое сокращение работников. К нам в редакцию ежедневно поступают десятки звонков от обеспокоенных горожан. Вот один из них. Завод работал у нас нормально, хорошо. Завод имел огромное значение в городе и во всех краях. Но сейчас вроде стоит вопрос о закрытии нашего завода. Планируется сокращение. А ведь много останется безработных. А ведь у каждого есть семья. Так ли это на самом деле? И что грозит градообразующему предприятию? Мы решили выяснить. И сегодня мы встретились с исполняющим обязанности генерального директора Бийского олимного завода Олегом Власовым. Бийский олимный завод – одно из ведущих предприятий российской оборонной промышленности и самое крупное в Наукограде. Сегодня здесь трудится более 3500 бийчан. Средняя заработная плата на заводе – 21 тысяча рублей. Пообщаться с простыми работниками, как мы ни старались, нам не удалось. На вопрос о текущем положении дел многие предпочли ответить молчанием. В трамвай проехать и больше услышите, чем от нас. Ну, то есть получается, что это слухи все? Ну, наверное. Пока до нас никто ничего не доводил. Федеральное казенное предприятие подчиняется Департаменту обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии. Вопрос о закрытии, по словам исполняющего обязанности директора БОЗа Олега Власова, не рассматривался и не рассматривается. Бийский олимный завод является одним из крупнейших налогоплательщиков в нашем крае. Входит где-то в десятку ведущих предприятий. И вот так вот взять, так сказать, и закрыть завод, это просто из области фантазии какой-то. Путь у нас один. Значит, предприятие будет развиваться. По крайней мере, до 2020 года, значит, программа у завода выстроена. Вот, и никаких я не вижу, так сказать, сомнений в том, что она будет реализована. В последние годы завод активно развивает производство, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Поэтому речи о массовом сокращении и быть не может. Сокращение на заводе не планируется. Вот, даже исходя из того, что у нас на сегодня сложное экономическое положение. Вот. Тем не менее, мы сегодня перераспределяем людей из цехов, которые менее загружены, в более загружены. Вот такое движение персонала на заводе, оно имеет место быть. Оптимизация численности персонала на заводе все же планируется. Не такая массовая и только после внедрения автоматизированной системы. Сейчас же завод продолжает наращивать производство взрывчатых веществ. Евгений Плохотин, Сергей Кузнецов, новости ОТН. Данная ситуация находится на особом контроле губернатора Алтайского края Александра Карлина и главы администрации Бийска. Непростая ситуация складывается на Бийском олимном заводе. О том, что там ситуация непростая, мы, конечно, безусловно, знаем и пытаемся отслеживать ее. Другое дело, что, может быть, муниципальная власть не очень сильно может влиять на те процессы, которые там идут. Но, тем не менее, об этом, о ситуации, непростой ситуации на этом предприятии знает и губернатор. Он получает, поверьте, всю необходимую информацию, и ситуация находится под контролем. Полиция разыскивает грабителей. В 3:00 ночи два молодых человека разбили окно на автозаправочной станции Бийска и вытащили из кассы всю выручку. Отметим, что это уже не первый случай ограбления на данной автозаправке. Установленная видеокамера наружного наблюдения зафиксировала двух молодых людей. Они разбили стекло и забрали наличные. Девушка-оператор в этот момент находилась в комнате отдыха. Она выбежала на шум разбитого стекла, но увидела лишь спины убегающих злоумышленников. Сразу же нажала на тревожную кнопку. Грабители скрылись до приезда сотрудников частного охранного предприятия. Сейчас оперативники изучают записи с камеры видеонаблюдения и устанавливают личность грабителей. По данному факту возбуждено уголовное дело «Грабеж», совершенный группой лиц по предварительному сговору.
Колхоз имени Ленина из Бийского района получил статус племзавода. Соответствующий приказ утвержден Министерством сельского хозяйства России. История этого хозяйства начинается с 20-х годов прошлого столетия. 9 лет назад колхозу было присвоено звание племенного репродуктора. Здесь разводят чернопеструю породу крупнорогатого скота. Сегодня поголовье насчитывает более 2500 животных. Теперь это уже племенной завод, а это значит, что колхоз может продавать коров не только в другие хозяйства, но и в племрепродукторы для улучшения породы. Как отметил руководитель хозяйства, получению статуса предшествовала долгая работа. Постоянно предприятия, сотрудники работали над продуктивностью животных, над воспроизводством, над привесами. Ну и при поддержке племдепартамента Алтайского края и их научном сопровождении 1 ноября 2013 года нам был присвоен статус племенного завода. Статус племенного завода позволит нам дороже продавать наш скот. Наши телочки, наши коровки будут сильнее востребованы на рынке. Также при получении государственной поддержки этот статус позволит нам получать больше денежков. Плюсов много, но и в сравнении с плюсами здесь, конечно же, и громадная ответственность. Преклонный возраст – не повод оставаться в стороне от жизнедеятельности города. Сегодня представители ветеранских общественных организаций пришли на традиционную встречу с первыми лицами Наукограда. Хотелось бы сказать вам огромные слова благодарности за вашу активную жизненную позицию, за то, что вы, учитывая как бы возраст, иногда состояние здоровья, несмотря на как бы проблемы имеющиеся в связи с этим, вы настолько активны в общественной жизни города, вы участвуете во всех мероприятиях, которые в городе проводятся. Лидия Громогласова рассказала о проделанной работе представительного органа. Подробно остановилась на каждой статье принятого бюджета. В свою очередь, глава администрации Бийска Николай Нонко поделился планами по дальнейшему развитию нашего города. Затем встреча продолжилась в режиме вопросов и ответов. Тарифы на услуги ЖКХ, новый закон о капремонте. Вот что сегодня волнует пенсионеров. На все вопросы ветераны получили ответы. Новую вакцину разработали ученые Наукограда. Это принципиально новый противотуберкулезный препарат. Его разработали на ФНПЦ «Алтай» совместно с Новосибирским институтом клинической экспериментальной медицины РАМ. Вакцина позволит подходить к туберкулезу адресно, не нанося вреда организму. В настоящее время существующие препараты уничтожают не только палочки Коха в организме, но и убивают живые клетки, особенно страдает печень. Как нам пояснили ученые ФНПЦ, сейчас новый препарат проходит испытания на живых клетках и пробирках, и на мышах. И будет готов к применению для внутривенного введения не ранее, чем через год. Эта новость особенно важна для нашего региона. В прошлом году по всему краю зарегистрировано около 3000 заболевших туберкулезом. При этом треть – это жители Наукограда. Необычная выставка открылась в краевом реабилитационном центре «Родник». Накануне декады инвалидов здесь подвели итоги краевого проекта «Голос ребенка». С творческими работами детей познакомилась наша съемочная группа. Краевой проект «Голос ребенка» взял старт в 2007 году. Он задумался, чтобы помочь раскрыть творческие способности детей-инвалидов. За историю своего существования проект объединил более 400 участников. И среди них есть действительно талантливые ребята. Некоторые из них теперь помогают украшать помещения социальных учреждений к праздникам. В этом году в финал отобрали более сотни работ. Яркие, неординарные и очень искренние. 10-летний Яков из «Быстрого истока» – единственный участник номинации «Вопрос государственному человеку». Нехитрое послание он адресовал ни много ни мало президенту. Я Путину письмо написал, что маме деньги давали, что она мне большую машину купила. Среди десятков рисунков сразу выделяется одна необычная работа. Номинация «Я люблю, я ненавижу». Автор мыслит неожиданно. Люблю маму, кота, пони, ненавижу пиво, сигареты и чеснок. Алексей Цитель много времени провел за просмотром семейных альбомов, а в результате создал генеалогическое древо своего рода. Это бабушка с дедушкой, потом это родители бабушки, а это дедушки, а это прабабушка. Вот это вот Бийский, а это из деревни. То есть папины корни в деревне где-то, но здесь в Алтайском крае тоже, да?
Если для детей участие в конкурсе – это развлечение и удовольствие, то для психологов их работы – раскрытая книга, читая которую, они выясняют, с какой проблемой столкнулся маленький человек. Трудности в учебе, ограниченность в общении, одиночество. Вот эта работа «Мой друг, кот Вася». Вот. Следующая работа – это «Мой друг, малышка». Здесь изображен на фотографиях конь, с которым больше всего ребенок общается. То есть, если посмотреть многие-многие работы, везде прослеживается социальное одиночество таких детей. 34 детские работы стали призерами и победителями проекта. Дипломы и подарки авторам вручат 4 декабря. Ирина Дубицкая, Алексей Мельков. Новости ОТН. Сегодня у нас звонок из Станбехтемира. Новостями с нами делится Светлана Логинова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что у вас нового? У нас в районе проходит муниципальный тур Всероссийской олимпиады школьников по разным предметам. Наши школьники вернулись с олимпиады по английскому языку, где ученица 7 класса заняла 2-е место. Мы очень рады за нее. Это Паутова Рита. Поздравляем ее, успешно справилась со сложными заданиями. Также проходили олимпиады по разным другим предметам, отличились ученики по экологии, биологии. Мы желаем им успехов. Мы тоже, в свою очередь, присоединяемся к поздравлениям и желаем вам дальнейших побед. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Если вы тоже хотите рассказать о своих новостях в эфире общественного телевидения Наукограда, звоните нам в редакцию по телефону 33 08 95. Может быть, уже завтра беседовать мы будем именно с вами. 2 дня на спортивной площадке Бийского медицинского колледжа кипели нешуточные страсти. Сегодня там завершилось первенство Алтайского края и Республики Алтай. За призовые места боролись студенты медицинских учреждений из Бийска, Барнаула, Камня-на-Оби и поселка Родина. Лучших выявляли в 2 видах спорта – это баскетбол и настольный теннис. Стоит отметить, что право провести турнир краевого масштаба Бийский медицинский колледж получил не случайно. Бийский проводится, потому что произошла реконструкция спортивного зала. Если обратите внимание, поменено отопление, освещение, полы, сделаны душевые комнаты. Это можно все посмотреть. Девочкам очень нравится. По итогам 2 игровых дней победу праздновали баскетболистки краевого центра. Бийчане на 2-м месте. А вот в настольном теннисе у Наукограда золото. Таким увидели этот день корреспонденты общественного телевидения Наукограда. Впереди, по традиции, погода от народа. А мы с вами прощаемся, но не забывайте, ждем вас ежедневно в нашей студии. Смотрите нас также в интернете на канале YouTube. Всего вам доброго и до встречи завтра.